Все мы с вами любим смотреть Сашу Герасева, но мне интересно, настолько ли он хороший. Предположим, то, что все его сериалы не являются постановочными. В таком случае, сколько законов он нарушил и какие законы? Какие статьи и насколько он сможет сесть? Давайте вместе с вами это узнаем. В одной из самых первых серий Егорию Александр совершает проникновение на частную территорию, что является нарушением 139 статьи Уголовного кодекса. Помимо этого, он проникал к самому Егорию и даже в частную организацию. Да о чем тут говорить, у него был целый видеоролик о том, как он проникал в дом. В пятой серии он совершает нападение на самого Егорию, что является нарушением 115 статьи Уголовного кодекса. Ай, больно в ноге, бля! В 13 серии Александр уехал с места ДТП, что является нарушением 12.27 КУАП. А сама статья Уголовного кодекса за сбитие человека 345. Нихуя себе, блядь! Въебал, блядь! В 15 серии облаву на Расула можно расценивать как мелкое хулиганство 20.1. Вы нарушаете правила РЖД, конкретно нашей компании. Вы кричите, время вы видели сколько? В самом же Дагестане команда Александра сломала ворота. За это предусмотрена административная ответственность за умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества. 7.17 КУАП РФ. Перед тем, как найти Кинга, я думаю то, что он оскорбил личность его матери. То есть, это статья 130 УК РФ. Убрала руки, блядь! Чё ты знаешь, что он там? Какой нет? Помимо этого, у Милфы Кинга было украдено большое количество денег. То есть, это 158 статья. Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Извиняюсь, он этого не делал. Он делал вот это. Вполне себе тянет на 115 статью. Нелегальное хранение огнестрельного оружия. 222 УК РФ. Хотя, вроде как сам Саша говорил на каком-то подкасте, то что у него имеется друг-депутат, который ему разрешает иметь оружие. Но это уже так, условности. Но тут опять 717. Пока что насчет Егорьева все. Что же касается туннеля. На самом деле за весь туннель я не нашел ничего, кроме ложного вызова. А именно, статья 19.13. Заведомо ложный вызов специализированных служб. Остановись, блядь! Блядь, конечно, я тебя уйду, блядь, если ты не остановишься, блядь! Переходим на историю с Камара. Тут же нам в глаза бросается угон автомобиля. А именно 166 статья Уголовного кодекса. Если вы попытаетесь сказать то, что это его Камара, то нет. Его прямо в ролике за это задержали. Да и к тому же, помимо этого, он угнал КамАЗ. Ах да, совсем забыл, у нас же тут еще фальшивомонечество. А это уже 186 статья. В эту сумку подсунем, почти все деньги будут фейковые. И это не считая постоянного мелкого хулиганства на его канале. Как итог, у нас получилось куча статей. И если честно, то статьи достаточно тяжкие. А ведь я даже молчу про это. Хотя тут его накрыли прямо в видеоролике. А теперь стоит задуматься, настолько ли хорош Саша Герасев и его методы. Как по мне, за все, что сделал этот человек, ему должны дать несколько пожизненных. Ну, конечно, это прикол. Вы, надеюсь, его поняли, да? Как вы считаете, насколько его могли оштрафовать или посадить? Пишите в комментариях. Ну а с вами был я. Всем до встречи. Всем пока.